Дорогі друзі, ми відволікаємося і дійсно треба швидше прискоритись, тому що у нас вже в студії є гість, ми хочемо з ним поговорити. Минулої середи ми вже спілкувалися із нашим нумерологом, сьогодні продовжуємо розмову. Сьогодні до нас завітав просто бог чисел, мах чисел, нумеролог Пітер Джойс, з ним прийшла Антоніна, його перекладач. Вітаємо вас, друзі! Отож, хотілося б все ж таки повернутися до попередньої теми і, скажімо так, перекласти такий логічний місток між нашими розмовами. Минулої передачі ми говорили про те, що числа впливають і на учнів, і на вчителів, і на їх взаємозв'язок. Так, дійсно. Отож, хотілося б все ж таки запитати про вчителів, як їм ось ця сенс чисел допомагає, як взагалі для вчителів використовувати це. So we will continue our theme about teachers and children, and there are lots of methods. So what is the main method of these numbers for teachers? The main method for the teachers is to know what the children's life numbers are. And the life numbers come from the date of birth, and it's worked out with a fairly simple formula. І так, саме основне для учителів – це числа. Вони підсчитуються, ісходя з дати рождення, і вони являються формулою для того, щоб сотрудничати, как бы, находити общий язик з дітьми. А взагалі, як можна вирахувати ці числа, цю жизненну, цю життєву енергію чисел для кожної людини? So, how we can find out these numbers from the date of birth? Well, our dates of birth are split into four sections. The day we were born, the month we were born, the year we were born, and then the overall date of birth. І так посчитати їх можна достатньо легко. Перше число ми вважаємо, ісходя із дня народження, друге число – із місяця народження, третє число – із року народження, і четверте число – общее число, воно підсчитується на основі. Так, до речі, дорогі друзі, ми минулого разу також звернулися до того, що я, наприклад, ще знаходжуся в першому числі, до 21 року. Хотілося б запитати, ось Пітер часто говорить про те, що числа життя, так? Вона є саме таке словосполучення. Тобто вони впливають на наше життя і ніяк по-іншому не можна зробити, тобто вони, скажімо так, вираховують, нічого змінити неможливо. So we were talking last time about that Victor is in the first period, and he's asking how these numbers can influence, can we change something, or we just have to take this information, that's all? We just have to take this information. We've got the four life numbers, and obviously the younger the child, then the more likely he's going to show this first reaction in life and possibly his main character, which is the second reaction in life. But that first number, that reaction remains with you through life in every situation. Итак, первое число касается первого периода, и нам надо принять это для детей, например, очень характерно, что их поведение определяется первой реакцией на все. То есть они получают информацию, они реагируют на нее, и в принципе как рефлекс, это основное влияние. А остальные числа тоже имеют свою роль, но как бы уже в меньшей степени. Тем не менее, эти числа, они остаются на всю жизнь. То есть как бы все числа имеют влияние, и они никуда не исчезают. Прозвучала фраза, что... Питер сказал, что влияет на наше, скажем так, отношение к ситуациям и в ситуациях наше поведение. А такой вот вопрос, а вообще эти числа просто нам помогают понять ребенка, или можно благодаря этим числам как-то его поменять в каких-то... So here are some information about numbers, about influence to behavior. So these numbers can just help us to understand children or to change something in working process with them. Well, as regards a teacher, if the teachers know the children's life numbers, it tells her what elements they have within. And each element has a different thinking pattern. For instance, air is the ideas people. So perhaps if she's working in groups, to prove it to herself, if she put all the air children in one group and a group with no air in, she might find out that those with the air come up with loads of ideas, whereas the other group are a bit short of ideas.
Прежде всего, эти числа, они определяются стихиями, и стихи определяют уже сам образец поведения, то есть mm-hmm. каким образом человек все воспринимает и будет интерпретировать. Например, очень удобно было бы поделить людей на группы, и те, у кого нет воздуха, они будут в одной группе, у кого нет огня, в другой группе, они будут лучше друг друга понимать, это будет уровень понимания. Mm-hmm. До речі, щодо розуміння, ми вже анонсували, що наш нумеролог Пітер Джойс зробив невеличкий аналіз, чи можна там з Вікою разом вести ефір. Так, спеціально для цього дізналися наші дати народження, рік, дату, місяць. Отож, і відповідно... сьогодні ми разом з вами дізнаємося дійсно наші стихії, дізнаємо щось, можливо, те, що ми один про одного не знали. Зараз у нас привідкриється трошки завіса. Отож, якщо вам цікаво, також слухайте. Я бачу, що вже навіть заготовлені спеціальні документи. Да. Так, все так серйозно. So we made some reports about yes. these guys. Yes. And what can you tell us about them, about how they can work together? Well, your first number is 9. Mm-hmm. 9 is the September month, which is all about perfection. So if things aren't right with you at the outset, whether it's a thing or a person, you don't want to know it. And that is the Virgo, and it doesn't matter whether it's your first, second, third or fourth number, that is within your understanding. Первое число – это 9. 9 касается всегда идеализма, mm-hmm. стремления к тому, чтобы сделать все самостоятельно. Это знак Девы. Поэтому не имеет значения обстоятельства, ничего не имеет значения. Вы стараетесь сделать все самостоятельно и все сделать на высшем уровне. Так, отож, бачимо, що це Вікі вже задоволений. Now, then, your second number, mm-hmm. the first number related to the stomach area of the body. The second number relates to Taurus, which is the face, from the forehead to the neck. So there's a lot in there, ears, eyes, nose, throat, right? And all these areas of the body are potential problem areas. Not probable, mm-hmm. just possible. Первое число касается области желудка, а уже следующее – это телец. Угу. Касается области от лба до горла. Для тельца проблемная, это может быть проблемная зона. То есть это не обязательно именно проблемная, но могут возникнуть проблемы вот в этих частях. Угу. То есть это как предупреждение. А связаны они будут со здоровьем или просто? Это в плане здоровья, ага, да. Ага, разумею. Боже моє личко, друзі, я буду посміхатися вам завжди. Well, Taurus is also Earth. You've got two Earth elements to start with. And Taurians want to be of service. And you will find at 21 you will have that little bit more energy because it's what's left of the body that tells you how much inner energy you have at each period, each 21-year period of your life. Mm-hmm. Первые две стихии Земли – это стабильность, это стремление к тому, чтобы все было очень уравновешено и чтобы все устраивало в жизни. И также это очень высокий уровень энергии, то есть в начале жизни у вас будет прям mm-hmm. взлет. Now, your third period is Gemini, which is the arms and the shoulders. And your exercise is swimming. Mm-hmm. Which is understandable. And another exercise is breathing, because the more you breathe out, the more goodness you breathe in. And Geminis can suffer asthmatically, so it's a very important exercise. They can also suffer from rheumatism and arthritis later in life, so again, the exercises are important as well. Следующее число 6 – это близнецы. Проблемная зона – это руки и плечи. Упражнения для того, чтобы чувствовать себя хорошо – это плавание и дыхательная гимнастика. Mm-hmm. То есть, в принципе, это все соединяется в плавании. Это очень хорошо, очень полезно и отличная профилактика. Ну и стихия воздух. Mm-hmm. And now I'm afraid for the bad news. The last number is 2, which relates to Aquarian, which is the lower legs and the ankles. And as your inner energy relates to how much of the body is left, at 63, your inner energy will appear to disappear. And a lot of people in that situation would go to the doctors, but there's nothing the doctor can do. But mm-hmm. at least you now know, and you can prepare for it.
Есть плохие новости. Последнее число 2 – это водолей. Могут быть проблемы с нижней частью ноги, ниже колена. Многие люди по этой причине не идут к врачам, обращаются, пытаются что-то решить, но эту новость надо просто принять и быть к этому готовым. То есть беречь свое здоровье заранее. Скажите, угу. Бачиш, ти вже попереджений про всі болячки. Тепер будеш завжди здоровий, ніколи не будеш хворіти, тому що ти знаєш, як себе зберегти. В тебе є тепер привід мене берегти. І так, перейдемо все-таки до Кіні. Let's go to the next. Right. Now then, your first life number is 8, which is Leo, which is the heart. So it's a very important one. Now, the possible illnesses you can get... The tissue salts in our blood cells are what help cure them. And for a Leo, the important tissue salt is magnesium phosphate. And the exercise for you is yoga. Первое число 8 – это лев, это область сердца. Надо быть очень осторожным, очень беречь свое сердечко. Важная соль для организма – это магний, магний, фосфат. Упражнение йога, она помогает сосредоточиться, натренировать свое сердце и всегда быть в состоянии такого равновешенного. Right, your second number is the Libra one, the second half of the year, so it's a one, so it relates to Libra. And you always have to balance things out because that is the astrology sign, balancing things out. But you also have to do everything for yourself because you do not trust other people to do them as you would wish. And so... Следующее число 1 – это весы. Это стремление все взвешивать в своей жизни, искать из всего, что есть, самое правильное решение, самое выгодное. И также число 1 показывает на то, что человек любит делать все самостоятельно. Не доверять что-то кому-то, а сделать это самостоятельно и хорошо. Now, your third number is Sagittarian, the 3. Now, the Sagittarian... is all about standing upright. Most everybody that's got a number 3 in them, they don't quite stand upright. The posture is not quite correct. It might only be a little bit, but it's important. And the tissue salt is silica or silicon dioxide. Now silicon dioxide is what makes the plants stay upright in the fields. And so that is an important tissue salt for you. So that you don't have any back problems. Следующее число – это 3. Это у нас стрелец. Стрелец – это стихия огня. Прежде всего, самая полезная соль для стрельца – это силиция. Силиция – это вещество, которое содержится в растениях, и оно помогает растениям стоять ровно на поверхности земли. То есть надо следить за осанкой, надо всегда быть внимательной в этом плане. Да. Всегда быть готовым. И упражнение смех очень поможет для того, чтобы никогда не быть серьезным, чтобы... Нет, быть серьезным, но в определенных ситуациях. То есть... Витя, я их знала. Завжди цю вправу виконую. А, и последний повторяется, последний знак повторяется, то есть два числа подряд одинаково. So, with having the same number as your last number as well, that period of 21 years takes you 42 years to go through it. So, when you get to 42, life will appear to slow down for you. You appear to have a lot more time, and it can help with the aging process. And the tissue... the tissue... Salt is can also help balance out your energy. Когда числа повторяются, период, который занимает 21 год, будет занимать 42 года. То есть это, в принципе, даже хорошо, это последний период. Период старения будет восприниматься уже, скажем так, помягче и не так быстро. То есть многие люди обнаруживают, что ой, все, жизнь прошла, начинают расстраиваться. В вашем случае все будет хорошо, все будет более осознанно, более приятно. И обязательно надо не забывать о том, что в крови должен быть уравновешен уровень солей. Это поможет чувствовать себя всегда хорошо, всегда свежо. Ну і останнє запитання, про що хотілося б дізнатися, це чи сумісні ми для роботи, наприклад, тому що це ми проносили нашим телеглядачам, і що, можливо, в нас в нашому тандемі не так, чогось, можливо, не вистачає. Можливо, необхідно щось трошки змінити.
So the last question is about their compatibility for work. Mm-hmm. How they can find mm-hmm. the same points and work together? Well, the situation is you've both got two elements, right? Mm-hmm. So you're both attracted to somebody with elements that you're missing because they seem exciting and different. But the people that have your same elements, they're the ones that you understand. So in any relationship, you need some understanding. And obviously, you've got an area of understanding, and that is a help. And I did come across a couple of just a little story. I've told it you before. So, and the wife had two elements. The husband had two elements, and they were, between them they had all four elements. And I said, you just don't understand each other. You don't understand your husband. Your husband doesn't understand you. And she said, I know, it's absolutely terrible. I said, but to start with, you were really attracted to them. And she said, oh, yes, it was absolutely wonderful to start with. Итак, у вас по два элемента, но у вас есть общая пересекаемая область. Это воздух. Mm-hmm. Воздух – это идеи. В принципе, неудивительно. Вот. Очень замечательно, когда есть общие точки пересечения, потому что вот Питер рассказывает историю о том, что есть знакомая муж и жена, они спросили о их совместимости, у него было два элемента и у нее было два элемента, но они были совершенно разные, то есть они привлекались друг к другу, они были согласны, они очень согласились с этим моментом, что им очень интересно, но они друг друга не всегда понимают, то есть у них сильные проблемы взаимопонимания. Тож, Вітю, необхідно, щоб ти мене розумів. Та розумію, я тебе, тим бачу, що в нас все добре. Отож, дякуємо вам за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Нагадуємо, що сьогодні до нас завітав нумеролог Пітер Джойс. Щосереди в програмі «Новий день» він буде навчати вас, як розуміти магію чисел.